И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами поиграем в достаточно забавную игрушку под названием Rumble Soccer. Это, ребята, игрушка у нас, по сути, сделана на основе Clash Royale со своей же механикой, но конкретно, ребята, сам геймплей здесь сильно отличается. Здесь фишка в том, что мы будем играть с вами персонажами на футбольном поле, и нужно будет определенных использовать, чтобы по итогу забить гол. А сначала мне показалось, что это не очень интересная игрушка, потом я поиграл, такой, блин, вот это, пожалуй, мне очень даже сильно нравится. Clash Royale мне, ну, сейчас уже не особо интересен, а вот эта игрушка меня очень даже зацепила, поэтому решил поиграть, показать вам. Если, ребята, вам тоже понравится, поддержите лайком, обязательно с вами поиграем еще, позабиваем как можно больше голов и тому подобное. Давайте начнем пока что просто игру, потом покажу уже остальных персонажей, всякие кейсы и тому подобное. Сейчас у меня набор вот таких вот персонажей есть, и каждый из них по-своему уникален, по-своему обладает своими интересными фишками. И эти фишки видно только уже на футбольном поле будет вам, например, там есть... ну сейчас, в принципе, начнется у нас, вот, товарищ у нас пока, у меня 100 кубков, у него 100 кубков, и мы должны, по идее, придумать, что же мы хотим такого придумать здесь. Так, я закидываю тогда вот этого, использую снайпера, этот товарищ бьет по воротам максимально точно, максимально мощно старается он это делать, такс. И зря я выпустил пока что вот этого товарища, ну ладно, в принципе, сейчас фаерболь, ну и должны быть готовы, блин, черт, быка не успел снести. Бык постоянно таранит моих персонажей и постоянно им наносит, получается, урон, что очень не круто. Панда, она стоит на месте, в принципе, ничего не делает, можно сказать. Так, сейчас используем вот этого. Именно тогда, когда к ней только подходит, панда начинает что-то делать, что-то использовать. И первый гол, ребята, отличненько. Сейчас пока должно быть вам непонятно, но со временем вы поймете, как именно персонажи здесь работают, как именно они атакуют. Так, блин, черт, сейчас не даст. Нет, стоп, этот не будет отнимать мяч, он, в принципе, только об него тереться будет и все. Так, нужно что-то кого-то более атакующего, либо магнитного чувака. Давайте магнитного использую. Магнитный чувак очень клевый тем, что он умеет притягивать одного товарища и... Как видите, вот какой результат после этого получается. Так, мне тут могли тоже гол забить. Пожалуй-ка я избавлюсь от панды. И чуть сам себе гол не забил в свои же ворота. Это было просто великолепно. Так, и идет сюда тигр. Тигр — это атакующий класс, поэтому будет таранить нас. Давайте-ка закинем нашего бизона вот этого вот, буйвола. Пусть он разбирается потихонечку. И также закинем еще персонажей туда, чтобы там началось уже какой-то файт. Так, и надо вратаря туда немножко отодвинуть. Да, мы, по идее, можем примагнитить их вратарям, но что-то пока не получается. Слишком хорошо он за мячом следит. Так, поэтому давайте... Блин, не то нажал, черт, не то выкинул. Косяк получился у нас. Ну ладно, пусть вратаря пока пинают. Так... Этого я туда закину, пусть, в принципе, отвлекает. Ух ты, почти можно было забить гол. Так, еще разочек. Здесь на 3 звезды, получается, у нас идет 3 звезды. Если мы с вами зарабатываем, то, получается, мы полностью победили. То есть, получается, как разрушаем башни, только здесь конкретно вот в таком формате работает. И мы выиграли, потому что чувак не выкинул никакую охрану, и наш снайпер-волк просто забил спокойненько. Па-парам-парам-пам. Отличная музыка здесь, кстати, играет. Так, отлично, получили новые карты, окей. И теперь у нас есть, теперь можно открыть кейсы. У меня есть спонсорские сундуки, голевые сундуки, головой, не знаю, в общем, ладно. И давайте сначала откроем, который у меня 3 часа открывался. Вот это вот лягуха. Ух ты, какая-то новая карта, что он умеет? Он просто закидывает вот так. Видимо, атакующая карта, бомба-курица, можно теперь будет ее проапгрейдить. Весьма неплохая тема. Так, ленивые панды у нас был, он особо не передвигается, но тоже неплохие фишки с ним можно замутить. Так, следующий это у нас простые, спонсорские, магнитный прокачался, бык прокачался. И самый дорогой это голевой этот сундук, это получается за 10 у нас этих. Мистер Пламя, прикольная карта, она выносливость выбивает у карт. Ух ты, разящего тигра и магнитмена, еще одного вентилятора, это что такое? Этот будет, наоборот, отталкивать. Противоположность магнита, получается, да? Так, и поставим открывать кейс, заглянем, что у нас за рамблики есть. Они здесь называются рамблики, да? Так, информация. Ловит мяч издалека, забивает гол мгновенно, не двигается. То есть ему надо пасовать конкретно. Так, ну можно, в принципе, его попробовать использовать вместо вот этого товарища, потому что мне не очень нравится... конкретно буйвол, он прикольный, но что-то как-то я с ним плоховато играюсь, так что пока не буду я ничего такого придумать, лучше прокачаю карточки за денежки, так как мне нужно, вот, например, бомбу очень хочется сделать сильнее, потому что иногда нужно избавляться от персонажей, которые достаточно опасные, там надо прямо резко-резко-резко вынести чувака какого-нибудь, курица, кстати, тоже топовая тема, так что тоже ее грейдим, тем более, что не очень высокого качества, и вообще рамбликов здесь вот пока вот столько, так, второй левел сами получили, рамбликов вот столько находится, но со временем, конечно, их будет становиться больше, потому что игра, она еще толком не вышла. Она сейчас, можно сказать, бета-версия такая. Поэтому... надо будет следить за тем, что будет дальше, скажем так. Так, ну ладно, закинем пока туда вот этого. Так, ух ты, вот это мне удобно сейчас сделали. Так, давай. Меч будет назад откидывать, да? Так, давайте тогда добавим пасующего. Пасующий будет давать лягуху. Лягуха там дальше что-то будет придумывать, да? А, хотя, в принципе, и панда может у нас здесь придумать. Так, дайте я фаербольну туда. Бам! Отлично, и практически сразу же вынесли персонажа. Так, и магнит надо закинуть, чтобы он магнитил вратаря. И сейчас будет спокойный гол, потому что мы замагнитили, ребята, с вами. И также закидываем сейчас сюда снайпера. Снайпер самый крутой чувак, говорю, он спокойно вообще голы может забивать. Так, ну, хотелось бы ему хелпу какую-нибудь добавить, поэтому... Серьезно, я вратаря выкинул. Шикарно просто получилось, по-моему. Ребята, вот это был мув. И здесь можно всякие интересные штуки, конечно, проворачивать. Так, снайпер-волк. Блин, снайперу-волку ничего не досталось. Ладно, тогда просто бахну я нашего этого, и вратаря мы также вынесли, но мы уже закончили матч и достаточно быстро выиграли. 3 звезды у нас также получено, и плюс 29 кубков, и остальные также потихоньку у нас прокачиваются. Персонаж звезда матча, это у нас панда по итогу оказался. Так, здесь еще есть различные кланы, страны и тому подобное, но до этого пока особо не добирался, до этого доберемся уже с вами потом. Так, ну что, так, еще один открывать кейс, по-моему, я не могу или могу? Стоп, подпереть, я его за гемы, что ли, открыл? Блин, я за гемы открыл, оказывается, кейс, чуть не обратил внимания. Ну ладно, получил еще карточек, что у нас здесь. Так, можно, кстати, карты просто докупить. А вот снайпера-волка за 2 косаря бы очень хотел себе докупить, но, как понимаете, довольно дорого. Так, поэтому сделаем что-нибудь попозже. В общем, такая необычная вариация Clash Royale, можно сказать, но только на футбольную тематику, и мне это очень нравится. Я думал, что это будет такое себе, изначально был так себе настроен, скажем так, но в целом оказалось, что это довольно круто. Так, ну что, получится у нас здесь пробить их или нет? Так, о, почти же попали, давай забивай его туда. Блин, практически шикарно получилось. Так, что, не буду я, наверное, этого трогать. Так, сейчас у него само по себе выносливость закончится. Так, вот туда бы я бабахнул, пожалуй, вот этим, чтобы побыстрее вынести силы у персонажей. Так, можно бомбокурицу сюда закинуть, пусть она здесь постоит, покидается. Так, пасующего мы тоже добавим. Бомбокурица постоянно взбивает выносливость персонажами, и это очень удобно, это очень неплохая такая тема. Так, этого пока к себе примагнитим, там ему будет урон пока наноситься. У нас не хватает персонажей, которые будут конкретно забивать гол в данный момент, поэтому давайте им панде хотя бы дадим. Выносливость у вратаря еще дофига, поэтому это не круто. Так, и выпустили нашего снайпера. Жалко, у меня пока не хватает. Так, давай, 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 бам! Ну, блин, да опять не получилось, черт. Так, на! Все, почти держи! Ух ты, черт побери, чуть-чуть бы и нам сейчас гол забили, это было бы очень не круто. Так, этот товарищ не забивает, поэтому с ним потрачено. Ух ты, панду я хорошо отмагнитил, потому что панда, она не двигается практически. Ее нужно именно через пасующего давать. Пасующий чувачок будет вот как раз давать нам возможность забивать какие-то голы. Так, снайпер. Снайпер. Блин, да куда снайпер выкинул мяч? Серьезно, меня тут еще замагнитили, хотя тут супер оборона получилась. Так, давайте-ка вратаря подорвем вместе с пандой. На, почти. Ох, отлично, давай, забивай скорее, ну. Ох, шикарно, первый гол. Так, и еще закину лягуха, которым я до этого не пользовался, но по сути, если ему пасануть, то он должен сделать что-то очень жесткое. Так, главное только забрать себе мячик. А, вот он может притянуть его даже, вот так вот. Слушайте, а в ворот его прямо ставить, это довольно имбовая тема получается. Критический ускоритель, время заканчивается, но мы довольно долго этот матч проходим, это не поспоришь. Так, блин, ну мне не хватает еще персонажа, который будет. Может, конечно, стоило тигра взять атакующего, мне он не очень сильно нравится, поэтому я его стараюсь и не брать практически так. Но если сейчас долбануть, то я выкинул и этого, но тут сразу оборону применил. Так, давайте еще одного атакующего закину, плюс пасующего добавим, пока у нас хватает маны, если можно так сказать. И закину-ка лягуха вот прямо туда. Так, лягух жесткий чувачок, поэтому хочется его видеть чаще. И вот и закончился матч, забили все 3 звезды мы с вами, и... Мы с вами здесь звезды. Золотой сундук. Первый у меня золотой сундук. У меня до этого ни одного не было. Кто звезда матча? Снайпер Волк у нас сегодня. Звезда матча. Шикарно. Так, следующее поле у нас откроется на сколько поинтов? Следующее зеленое поле. Так, а сейчас какое у нас? А, вот такое. Потом будет вот такое. Потом будет вот такое. Потом будет вот такое. Так, а, то есть оно будет вот так прокачиваться прямо, да? Дворец Дзен самый высокий. Ну-ка, какой самый будет жесткий? Самая жесткая арена, мне интересно. Так, застывшая равнина, пока что самая последняя, самая жесткая. Окей, ну мы еще только начали, поэтому нам еще далековато, скажем так. Текс. Ну, ребята, на этом, наверное, будем заканчивать данную игрушку. Если она была вам интересна и захочется продолжения по Rumble Soccer, захочется видеть еще по нему роликов, где я уже буду чуть более подготовленный и больше карт наберу, рамбликов и все такого, то можете поставить лайк, и мы обязательно с вами поиграем еще, устроим интересные всякие замесы и различные другие механики, посмотрим, как здесь можно будет что придумать. Самое главное, чтобы вы лайком поддержали, если поддержите, то обязательно будет продолжение, если нет, ну, значит нет, значит не понравилось. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики. На этом все, скоро с вами снова увидимся, всем удачи, всем пока!